потому что не все, это наиболее точно. Не все строит. Знаешь, сразу слышишь. Ну, так, знаешь, ну... Так строит. Так строит, а так не строит. Тут, в общем, знаешь, золотую середину. Это привык. Потому что, по идее, если струны поменять, будет строить идеально, а это уже довольно странно. Частей вот, которые такое одно осталось. Нет, 10 рублей. Нет, 26 там рублей. А было 3. Вот. Пей чай. Потом не дам. Ну что, у меня вот такого нет. Ты сейчас охотный ряд споешь и спать пойдешь. Все. На родину сами растили. Так что. Нет, не охотный ряд. Ля-ля-ля и как там? Как там? С тобою и пуговка и все. Я вот это разрежу. И как и семир лист дрожит. Сколько вы вместе песни поете? И все, пойду спать. Пойду я. Я имею в виду все. Так, много. Папа, сколько сигарет хранятся? Вместе с Васей? Долго. Мы поем 2 или 3 песни. А с девочками уже все. Да, то есть практически отделение мы можем. Вместе со всеми детьми. Не со всеми. Ну, Вася там в конце помогает нам, конечно, очень. Аплодисменты собирает. Он только выйдет, уже там ему все. Уже хлопает. Да. Вася! Вася! Да, я обычно скандёж начинаю. Васю! Ладно, спайте свои 2 песни. Васю! Васю! Все. Один раз обиделся, что папа его там подшлёпнул. Вышел к микрофону, не буду петь. И надулся вот так вот. Таким вот. И стоит такой надутый. Ну вот не буду петь, и все. И ушел. И ушел. Говорит, тогда без тебя будем петь. Тогда без тебя будем петь. Обратно. Ну
Девочки, Аля наконец дождалась до пятого пирожного. До третьего. Что хотите петь? А вы что, все снимаете? Да? Что петь хотите? Алекс, ты какую песню хочешь петь? Что папа прикажет, то и хотим. Лучину. Лучину поете? Да нет, только начали еще. Репетируют. Вася у нас. Вот! Солирует. Вот хотите, что еще? Кричал. Вася сказал. И постовую. Постовую? Нет, не постовую. Охотный ряд хотите? Нет. Охотный ряд нет. Сам выбрал песню, не хочет охотный ряд петь. Вань, съешь, пожалуйста, пирожное. Я знаю, что ты что я? Оставляешь детям, чтобы по четыре всем хватило. Если честно, я абсолютно не хочу. А ты сразу захапай все. Я думал, свое отдаст сейчас. А захапай все. Варенье, удовольствие. Мама делала вареница. Да, да. Садоводство у нас еще. Садоводство. Если бы вы знали, какого... Давай. Приходит Луис Альберто с работы домой. Спрашивает, из комнаты выходит из своей. Говорит, Марианна, куртку почистила? Обчистила. Сапоги почистила? А там что, тоже карман есть? А еще, ты говоришь, кучу знаешь? Не совсем кучу, конечно. Там, ну, я такой, не очень, это самый такой. Хороший. Марианна, почему у тебя руки такие зеленые? Не знаю. Это нам одна тетенька рассказала, которая преподает в начальных классах. Вот этот анекдот. Анекдот преподает в начальных классах. Анекдот преподает. Еще рассказать? Про Марианну обязательно. Ну это... давай, не про Марианну. Не про Марианну. Что бы сказать? Вспоминай. Сейчас вспомните. Ну, купила бабка попугая. Говорит, у нее выходит дочка замуж, значит. Она купила попугая. То есть говорит, мол, полетай по свету, там, научись там всякому там, что там, разговаривать там. Вот, подожди. Потом, когда будет свадьба, сядешь на жердочку около стола и будешь рассказывать все, что слышал. Полетел попугай, значит, видит он, пьяницы дерутся. Один пьяница говорит, а ну отдай бутылку. Другой говорит, она моя, а не твоя. Прилетает домой, там свадьба начинается, он сел на жердочку. Этот жених берет бутылку, а попугай орет, отдай бутылку, она моя, а не твоя. Что бы еще такое? Че смеешься? Моя папа рядом сначала. Здрасте. Здрасте, дорогой Сидик. Здрасте, Вадя Гаша. Маша, бабушка. Ну-ка, надевай микрофон, на скрипку положи, говори. Папа, я буду. Вась, у тебя была Машина заколочка где-то, видишь? Я там? Знаю где. Вот дай, дай ей. У меня на куртке. Ну иди, пожалуйста, принеси. Не хочу. Кто поет, тому дам денежку. Это хорошо. Прямо все. Вася, ты вот лучше вот этим твоим дядям дай денежку. Кто снимает? Один тебе дядя пирожные привез, а другой дядя тебя снял. Поэтому денежки надо? Да. За то, чтобы... За... Ты чувствуешь народ, да? Ну, это современное, действительно. Да. Вась, спасибо, я денег не беру. Мне достаточно... А, так я не могу найти, Алену. Вот. Что ты ищешь, мама? Берете. На полку, Машке. Нет, не надо денег. Надо. Маша, надевайся.
хочу. Нет, это вам. Так, дети, вы все вот туда. Нет, скрипку возьми в руки. Вась пускай сидит там на диване пока. Зачем? Колотушка. Он мне будет мешать. Мы с тобой вдвоем сейчас поем, дети. Папа, так, иди сюда, мама, садись сюда. Штана потерялась. Хорошо. Потому что она у меня на кармане была. Поехали. Сыночек, только ты не будешь что? Мешать, хорошо? А? Хорошо? Что играем? Вы сядьте пока, скрипку возьми, да в руки и дай сюда. Дай сюда. Ну, папа. Дай сюда. Мама, Владимир, сядь со мной рядом. Я на диван сажусь. Где медиатор? Леонид. Сейчас прямо начинаем снимать и подряд идем все, да? Папа. Ты, во-первых, я вижу, сижу здесь. Все скажу. Они уже ты сам снимают. Сказал, что это сам скажешь. Я все скажу. А как его зовут? Меня зовут дядя Ваня. Хорошо, больше света не будет, да? Один ну, достаточно. Достаточно? Достаточно. Значит, давайте хотя бы 2-3 песни. Нет, хватит свет жить, нужно один. Ты чего еще? Ну, мы вот так вот по этому делу сквознем, что-то пропустим там. Первая песня будет Леонтьева. Да? Да, 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 обязательно. Нет, ну мы должны с Новым годом поздравить. Нет, надо разыграться, разбиться. Вот, да, нет, разыгрываться надо было утром. Утром разыгрывались. Не надо стучать так. Это идет на ревду? Ой, я пойдет, тоже буду. Или на польский плотов, или на ревду. Не или буду. На ревду. Мамочка, дай мне бубен. Так, ребята, теперь я прошу, дай сюда эти штуки. Маша, сходи, пожалуйста, на кухню, в пенале дай ему бубен достань. В пенале. Никаких бубнов. Пенал не надо никаких лишних. На охот сейчас меня. Шум будет. Никаких охотных рядов, ничего вообще. Сядь на диван пока рядом с Алечкой. Мы с мамой песню поем. Дай скрипку сюда. Все, ну пап, ну дай сюда скрипку. Ядрен поролон. Иди сюда. Чего? Поролон, да еще какой-то ядрен. Матушка, ядрен поролон. Это значит очень качественный поролон. Значит, теперь никому не говорить, да? Все, 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 молчите. Скажешь, когда включишь, я тогда что-нибудь расскажу. Она работает во все. Уже можно говорить? Можешь говорить. Можно говорить. Маша! Я садись. А вы будете до Нового года или после Нового года передачу показывать? Да, вообще, ребята, вот глядя на вас, может быть, это будет вообще отдельная передача. Она может быть кусочек к Новому году, а там мы посмотрим. Давайте так. Да. По какому каналу будет? Это будет идти только у нас в городе. Ну хорошо, поехали. Какое сегодня число? Ребят, какое число? Какое сегодня число? 25. У нас не 25. Будет. Сегодня 25 ноября. Сегодня у нас в гостях, у нас у Копосовых, Ваня Ильдар из Ревды. Этот город, это город или поселок? Это поселок. Этот поселок для нас вообще остался голубой мечтой, потому что мы доехали до Дальних Зеленцов, были... Откуда я тебе звонил? С проток. Были в протоках, а в Ревде не были. Так мы, значит, за 2 года своей работы в Мурманской филармонии до Ревды и не добрались, о чем очень жалеем. Потом и, мы может в Москву едем. В Москве мы были, да, это правильно. Но вот осталась нашей голубой мечтой. Осталась нашей голубой мечтой. Может, мы когда-нибудь еще побываем. А что такое голубая мечта? Голубая мечта — это мечта, посиневшая от своего ожидания. Может быть и так. Ну, может все быть. Дело в терминологии. Так и может быть еще и доберемся. А пока что, значит, вот мы сидим у нас в Ленинграде. Сегодня Ваня с Ильдаром к нам приехали. 25-й, 92-го года. Вот. И мы хотим, ну, для начала всем женщинам, девушкам, барышням Ревды спеть песню Валерия Леонтьева. Не пугайтесь, это не тот Леонтьев, который... Это Леонтьев, Валера Леонтьев, руководитель ансамбля «Юнин Шпигель» из Казани. Спеть песню, которую вот мы желаем, чтобы вам или такую песню, или эту песню, если бы не сочинили, то хотя бы... Спели. Увижу тебя, обо всем позабуду на свете, и сердце рванется в сирень, где ткут соловьи свою сумасшедшую песню о саде, о лете, которую мы понимаем
увижу тебя, словно в раз разгадаю задатку серебряного соловьиного словаря. А мальчик чернильный тугой натянет рогатку и камушком острым с восторгом убьет соловья. Увижу тебя, мои руки окаменеют, судьба оборвется падучей звездой, ослепя. Меня отпоют соловьи, они это сумеют. Мне можно уже умирать, я увижу тебя. Уже до инфаркта дошли соловьи до предела. Полмира, полсада, полжизни посеребрян. Увижу тебя, задохнусь, и ты спросишь, в чем дело. Да в том-то и дело, что я уже вижу тебя. Да в том-то и дело, что я уже вижу тебя. Увижу тебя, обо всем позабуду на свете. И сердце волнуется в себе. Идите все сюда. Ура! Аля, бери скрипку. Куда В те времена, когда мы работали в Мурманской филармонии, мы выступали с Таней вдвоем. У нас, правда, были уже тогда дети, двое детей, Александра и Мария. А Васенька тогда был еще в проекте. Вот. Теперь мы очень часто поем все вместе. Васеньке 4 года. И именно по этой причине мы поем вот эту самую песню. Васенька, внимательно. Алечка, начинай. Мне вчера исполнилось 4, мне теперь давно уж 5-й год. Это знают все у нас в квартире. Все меня воспитывать желают, но у них неправильный подход. Рано спать, в кроватку отправляют. Вот! Спать пора, все мне говорят, спи, а то никуда не пойдешь. Целый час над душой стоят, не уйдут, пока не уснешь. В Новый год узнал я по секрету, тетя Надя с мужем к нам придет. Как аванс мне выдали конфету. Вот! Эх, гульнем, подумал я вначале, оказалось все наоборот. Ровно в 10 спать меня загнали. Вот! Спать пора, все мне говорят, спи, а то никуда не пойдешь. Целый час над душой стоят, не уйду, пока не уснешь. Я лежу в кроватке, чуть не плачу, скоро ль будет мне 20-й год? Уж тогда-то будет все иначе. Наташу я и Тосю, и водить мы будем хоровод маму с папой. Спать отправлю в 8. Вот! Вася, зачем же ты так кричал? Так. Так и надо. Ну что, ну, Вася, теперь твоя любимая песня. Да. Пожалуйста. Нет, теперь кричал. О, да. Эту песенку, друзья, разучить несложно. Под гитару можно петь, без гитары можно. Если с детства медведь наступил на ухо, эту песню можно петь, не имея слуха. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля.
мне картоха, тот, кто песни не поет, поступает плохо. Ля-ля-ля-ля-ля. Дядя Ваня плохо поступает, кто не поет. Ля-ля-ля-ля-ля. Все поют. Ля-ля-ля-ля-ля. А ты что не поешь? Получал на уроках пенья, тоже песни хочет петь, лопнуло терпенье. Дует ветры в феврале и метет поземка, и не важно, что орешь, главное, что громко. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Громче, Вася. Голос ваш охрип, плюньте, разотрите. Петь не можете, тогда просто говорите. Кто не может говорить, пусть рычит мотором. И не важно, как звучит, главное, чтоб хором. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, с постовой, значит, песня «Постовая» — это песня московского автора Сергея Симонова. У нас Вася эту песню долгое время, в принципе, она и была задумана так, что вот Вася, чтобы ее пел. Ее пели долгое время девочки, а Вася не мог выговорить, там есть сложные слова, словосочетание такое, своего апоплексического папу, твоего апоплексического папу поселю у тихих окон сапора. Но теперь, Вася, не надо его ставить на табуретку. Значит, ты только сейчас очень тихо и спокойно пой, ладно? Девочки тебе помогут, и апоплексического папу тоже вот ты хорошенько выпьешь. Я в этом не сомневаюсь. Ну, поехали. Значит, любимая Васина песня «Поставая». А где Вася? Ну, вставай. Ты будешь петь-то? Ну, поехали. Ну, можно мне. На щеках твоих французские румяна. У тебя такие круглые бока, твои пальцы все в мозолях от нагана, твои губы все в мозолях от свистка. Сапоги твои узнаю я по стуку, я на красный свет попру, закон поправ. Ты поймаешь мою кисть, сломаешь руку и промоешь гражданин платить штраф. Поставая, 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 поставая в синей блузке, поставая, поставая в синей блузке, поставая, в синей юбке и в беретке на петле. Полюби меня, здоровая такая, возле ЗАГСа распускаются сирени. Полюби меня, здоровая такая, возле ЗАГСа распускается сирень. Я не приступлю черту закона, я даже небольшой длинный срок. Украду тебе майорские вагоны, куплю тебе серебряный сушок. Твоего апоплексического папу поселю тихих окон со двора. Хочешь пострелять, подкину шею и позволю быть свисток до утра. Поставая, 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 поставая в синей блузке, поставая, поставая в синей блузке, поставая, в синей юбке и беретке на бекрень. Полюби меня, здоровая такая, возле ЗАГСа распускается сирень. Ну! Полюби меня, здоровая такая, возле ЗАГСа распускается сирень. А ты-то, а сама-то? Так, значит, теперь, Василий, ты отдыхай. А будешь песни наши петь? Это обязательно споем. Еще не звонит! Почему? Так, сейчас отдохни. Тут
Вот так и сразу не Вася, ложим спать. Да не надо. Вася, посиди немножко. Он же все равно не ляжет спать. Закрой дверь. Васенька, посиди на диване. Мы сейчас ферму будем или... петь. Ты все равно не знаешь. Ты подумай, может быть, нужен микрофон у нас все-таки. Точно не нужен? Ты, так, Маша, пожалуйста, сядь сюда. С Домрой. Вася! Сядь на диван или сейчас отправишься спать? Дядя Ваня очень хочет, чтобы ты с ним посидел. А ты садись ко мне. Одному. Да, мне здесь очень скучно. Калачик. Вон медиатор валяется. Не надо ничего. Маша. Надо. Повтори. Мы соседи. Повторить. Да, она все помнит. Вымогательство. Значит, одна из самых наших любимых песен. Одна из наших самых любимых песен, песня новеллы Матвеевой. Вот я еще. Стояла ферма, стояла.